что лежат на монтажном столе. Континенты будут тем уроком лескать до восхода. Лишь земля обернется опять кислорода. Хватит всем, кто умеет дышать год от года. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Остаемся зимовать. Вода замерзла. Перебьемся. И с приветом, и спасибо всем тем, кто мигал. Черной пеленой луна обходит землю стороной. Ты навсегда останешься со мной. Кровь,
плескалась за края с берега. С берега. И корабли бросали якоря. Нас ветер закрутил среди морей. И капитан кричал: скорей, скорей. И корабли срывало с якорей волной. И виден свет за черной пеленой. Луна обходит землю стороной. Ты навсегда останешься со мной. Thank you.
Сердце камень, не в силах бороться с земным притяжением. С камнем на шее крутится камень. Просто не хочет лежать вдоль дорогу людей под ногами. Катится в воду с моста, и вода разойдется кругами над берегами. Yeah.
7 повлиял. Но мне 75. Мы играем уже часов 5, наверное, да? Вьетнамский язык хрен разберешь еще. Его еще можно отличить от китайского? Нет, если будут вопросы, ради бога, пожалуйста. Раз у нас такая полезная информация пошла. Тебя весна. Вот сурка было спрашивать. Мне жаль, что тебя не застал летний лик в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку. И мы не проснемся на утро в обнимку. Поздно ночью через все забитые дошел наконец до точки. Адрес, почта. Не волнуйся, я не посвящу тебе больше ни строчки. Тихо, звуки. До меня долетают редко, пляшут буквы. Я пишу и не жду никогда ответа. Мысли, рифмы. Свет остался, остался звук, остальное стерлось. Гаснут цифры. Я звонил, чтобы просто услышать голос. Всадник замер, замер всадник. На реке стало тесно в росле. Кромки, грани. Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве. Билет на поезд принесли, представляете? Но он еще не скоро, так что... Так костер вышиб стекло рукой.
дело мастер мой. Доброе дело мастер с похмелья злой. Доброе дело мастер шел за тобой. Доброе дело мастер. Доброе дело мастер прогнал жену Настя. Настя взяла детей. Он пил неделю с лишним, так что весь город слышал, как он гонял чертей. Он мерил одним стаканом спирты марихуану, саузу и кастрол. Он выпил всю водку разом, выпил текилу с джазом, пропил весь рок-н-ролл. Еще люди подошли. Я все объясню.
меня хорошо. Вы фотографии не стесняйтесь. Вот меня фотографируйте. Я пока расскажу про этот инструмент, на котором Николай играет. Это термин вокс. Вы, наверное, знаете, да? Его изобрел Лев Термин в России в 20-х годах. Он сыграл на нем Ленину. И вы знаете, что случилось с Лениным. Нет, с ним все хорошо. Вы можете убедиться в этом сами. На метро недалеко. Что происходит? Да, угомонимся. У нас же дети уже начинают спрашивать, а почему там? И вот это. Как объяснить мне вообще? Пишите, может быть, записки, чтобы было понятно, что происходит. Что у нас тут?
крутится мама. Магнитофон, что не темно, шарики скрипы сводят с ума. Кончился день, не имеют значения цифры на небестке. Рассыпался мало, пой мне еще. Рано советную карту вытаскивать из рукава. Чайник кипит, капля из крана. Медленно, медленно, медленно падает вниз. Дрожит, хлопнула дверь, это ветер. Держась за края, до размера вселенной, сужая зрачки на рубеже этих сумрачных тысячелетий. По горло в воде на дрейфующей льдине, что рыбаки, ну так и бой мне еще. Что я могу изменить направление моей собственной тенью? Давным-давно предупрежденный о том, что начиная обратный отсчет, любой имеющий в доме ружье приравнивается к Курту Кобейну. Любой умеющий считать между строк обречен иметь в доме ружье. Пой мне еще, я просто знаю, что в последний момент, когда тебе никто не поверит, прохожий на остановке возьмет и укроет тебя под плащом. Дома задрожат ли появление трамвая, и когда откроются двери, пой мне еще. Смотрите, происходит то, что и должно происходить. Принимается. Боль зависит от чего, от этого? Не написали. Счастье, когда ты поешь. Спасибо. Классно. Thank you.
закрыл доселе здесь существовавший левый поворот. Мы едем в Фортун на сыт, но таксист буквой шансон орёт корабль. Я думал, жизнь полна кошмаров, вурдалаков, журналистов. Вышло все как раз так. Модернизация возможна, надо только проплатить до 19.00, а то закроется бар. Чувство растет через мгновение с пассажирами, командой, капитаном, дьюти-фри, бассейном, заводы, камером улетает пароход. Ты не волнуйся, мы успеем. Банк открыт, проспект свободен, пробок нет, таксист буквой шансон орет корабль. Температорная.
хорошие у вас вкусы вообще, очень приятно. Отлично, полностью совпадают Бродский, Маяковский и Саша Чёрный. Я бы добавил Цветаева, Харца обязательно. Мандельштам, Заболоцкий. Лёха отличные стихи пишет, кстати. Мама коника, а это гидропоника. Так что русская поэзия, что бы с ней ни делали, как бы ее ни расстреливали, ни ссылали на Колыму, ни высылали за рубеж из страны, она не умрет. Никогда. Я не знаю, почему. Это такая, такая форма энергии, которая переходит с поколения в поколение, и она не зависит от власти. Хотя последние 10 лет, мы с утра это обсуждали, 10 лет последние очень пустые, конечно. Видимо, как-то всех так прижало, что всем не до искусства, не до поэзии, и не ясно, что происходит. Продолжайте нам писать, что происходит, чтобы мы тоже поняли, что происходит. Проживающим за оргией и оргией. И мне еще ванну, и теплый клозет.
Как вам не стыдно, представленный Георгию, вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сейчас бомбой ноги вырвало у Петрова поручика? Может быть, он, приведенный на убой, вдруг увидит израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напиваете северянина? Вам, любящим пап, топлю до жизни отдавать в угоду. Я лучше в паре плетям буду подавать ананасную воду.
телу бродит, хороводы водит, страшно ломит кости, не пускает в гости, льется под ручьями, утром нам ночами, видимо напрасно, приняты лекарства, градусник с просорок, скоро будет 40, не спасла мистура, лезет словно дура, век температура, больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Жар по телу, нервную систему крутит так, как хочет. Утром, днем и ночью, раз пришлось родиться, дайте насладиться, дайте надышаться, дайте людям шансы реализоваться, в этот мир ворваться, в этот мир влюбиться, в этот мир врубиться, разочароваться. Очень никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Реализоваться, в этот мир ворваться, в этот мир влюбиться, в этот мир врубиться, разочароваться. Все осталось в детстве, все осталось в прошлом. В поднебесной тошно, остается только под электротоком наблюдать событий, порванные нити, видеть пух и перья, рухнувших империй. В голове зависли медленные мысли, сын растет так быстро. Больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Только пух и перья, рухнувших империй. Зависли медленные мысли, сырость так как высота. Больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Только пух и перья, рухнувших детей. В голове зависли медленные мысли, сырость так как высота. Сбываются мечты. Думаешь, я хотел зажать эту записку? Нет. Вот она. И сбываются мечты. Расстояние.
спасибо. Соль, за вечность.
ночи там на небесах. Все приготовлено, и свет волшебный будет вечер, как в наших самых сладких снах. Самых сладких.